Статистика показывает, что среди взрослого населения нашей страны алкоголь употребляют 80% мужчин и 50% женщин. И эта цифра продолжает неуклонно расти, как и количество тех, кому может быть официально поставлен диагноз «алкоголизм». Как правило, пристрастие к этой пагубной привычке начинается в подростковом возрасте с употребления энергетиков и пива. К чему это может привести, нам рассказала заведующая наркологическим кабинетом Славянской ЦРБ Ольга Бабакова. Сегодня очень часто можно видеть молодежь с баночкой пива. Они гуляют по площадям, в парках, везде, где можно, так сказать, отдыхать и держать в руке эту баночку. Но это не одна баночка, и будет 2-3 и так далее. То есть доза увеличивается очень многократно. Недаром же многие похмеляются пивом, когда тяжелое запойное состояние, они выходят из него и тоже употребляют пиво. Но сказать следует важное, что пивной алкоголизм развивается очень медленно, но он очень коварный и очень тяжелый. И к нам обращаются пациенты, у которых уже пивной живот, это увеличенная масса, также грудная область увеличивается, бычье сердце, расширенное сердце от употребления. И, конечно же, цирроз печени. И обращаются они уже в таком тяжелейшем состоянии, и, конечно, помочь им трудно. Многие из них умирают. Поэтому нужно думать, что вы пьете, что вы употребляете, где вы находитесь и что вам предлагают. Совет только один. Никогда не пробуйте, не соблазняйтесь. Не считайте, что это модно, что если я не употребляю, на меня могут косо смотреть и не принимать в компанию. Это неправда. Наоборот, вы вызовете к себе уважение своих друзей. А те, которые в этой жизни споткнулись и случайно оказались там, где им не нужно, в ненужном месте, в ненужный час, нарколог и любой врач вам посоветует вовремя обратиться к специалистам за помощью, а лучше всего никогда не пробовать, не соблазняться, не начинать, ибо это приведет к разрушению вашего здоровья. Заботьтесь о нем, будьте здоровы!